There was a recent battle here. They survived. The hunt begins. Здорово, бойцы, с вами, как всегда, Пламбер, и да, вот очередной видосик, который вы долго ждали, потому что много мне комментариев пишете, много сообщений, где пропал, что случилось, почему давно не выкладывал новые ролики. Ну, друзья, скажем так, мы ищем альтернативу Call of Duty Mobile, и об этом мы сегодня поговорим, о трех крутейших игрушках, в том числе Warzone Mobile. Так что, друзья, всем приятного просмотра. Ну, а мы начинаем. Привет, мои любимые идончики. В 6 часов будет новое видео. Лайкаем, комментируем, делаем репосты. Да ну нахер. Отец! Ты видел? Ну что ж, друзья, давайте чуть-чуть в конце поговорим о Call of Duty, да? Но сейчас начнем из одной игрушки, которую я очень-очень сильно жду, это Apex Legends Mobile. Есть она на ПК-версии, то есть Apex Legends есть на ПК-версии, если у кому интересно, можете поиграть, но в мобильной версии это куда больше эффектнее, потому что, ну, не у всех есть возможность, да, поиграть на ПК. Потому на работе, в отдых, где-то еще можно расслабиться, но, скажем так, уж королевская битва в Call of Duty Mobile, ну, поднадоела, а тут раз и такая вот игруха. И чем она хороша? А тем, что здесь, друзья, совсем другая обстановка. Это раз, крутые спецэффекты, классные персонажи и очень крутая графика. Друзья, и я уверен, если данная игра выйдет в ближайшее время, она выйдет. Может быть, месяц-два, но она выйдет, друзья. Она убьет колду. Хоть, ну, не сильно, но на первом этапе убьет. И нужно будет Call of Duty отвечать чем-то. Потому что та аудитория, которая играет в Call of Duty Mobile с первого сезона, уже потеряла интерес к данной игре. И им нужно что-то новенькое. А это шанс данной игры Apex Legends вырваться вперед. И я думаю, разработчики это прекрасно понимают и тем самым разрабатывают мобильную версию, которая уже подходит к концу. Есть официальные данные, что игра должна, в принципе, уже выйти в бета-тест в декабре месяце. Ну, посмотрим как. Но некоторые даже говорят, что игра будет на платной основе, то есть $25 стоит. И я в это не верю, друзья, потому что, ну, количество аудитории будет не столько уж много. Лучше, мне кажется, делать бесплатную версию и тем самым там на тех же персонажах, на тех же каких-то скинах лучше зарабатывать так, как делает Call of Duty Mobile. Вот такая вот крутейшая игрушка, которая, как на мой взгляд, изменит мир мобильных игр. Ну а мы едем дальше, и есть еще один очень даже неплохой экземпляр. Ну а для всех тех бойцов, которые не очень любят королевские битвы, но любят показывать свои тактические навыки в сражениях 5 на 5, клановых боях, турнирах, в дуэльных боях и так далее, есть отличный вариант, который также в скором выйдет в мобильную версию. Это Valorant Mobile. Друзья, эти две игрушки очень будут популярными. Сейчас они набирают популярность в ПК-версии. Но в дальнейшем разработчики написали, что планируют выпускать и мобильную версию.
Почему так долго это все происходит? Потому что, ну, на самом деле, вы сами должны понимать, что перенести все в мобильную версию не так-то уж и просто. И тем более нужно сделать так, чтобы действительно игрушка того стоила. Так что мы ждем эти две игрушки в мобильной версии. Ну а сейчас давайте поговорим о Warzone Mobile. Как вы понимаете, много сейчас идут новостей, что вскоре выйдет именно новая игра Warzone Mobile. Так это или нет? Друзья, я думаю, что это все дичь. Почему? Потому что вы сами должны думать головой. Есть игра Call of Duty Mobile, которая сейчас рубит бабло. Давайте говорить прямо, рубит бабло. Она берет донат из рулеток, из ящиков, из боевых пропусков. И как вы думаете, когда выйдет вторая игра Warzone Mobile, вся эта аудитория, которая платила баблишко, перейдет именно в Warzone Mobile и будет баблишко платить там? Но тем самым этот проект, который довольно тоже очень дорогой был для компании Activision, просто-напросто умрет. А проект это Call of Duty Mobile. Так что я думаю, если планируется Warzone Mobile, то он будет скорее всего совмещен. То есть всю колду мобильную будут переделывать под Warzone. Либо какой-то новый режим выйдет. Вот есть же у нас, да, режим рейтинговый сетевой, да, и режим королевской битвы. Я думаю, может быть, что-то там появится новое. Либо полностью королевскую битву переделывают под Warzone. Так что это мое личное мнение. Но разработчики сказали так, что мобильная игра Call of Duty Mobile будет полностью похожа на ПК-версию. То есть со всех частей будет все лучшее перетащено в мобильную версию. Вот такие вот новости сегодня, друзья. Я думаю, что Call of Duty Mobile уже теряет интерес. И все те люди, которые играли со мной с первого сезона, уже пишут мне, что интерес к данной игре упал. Процент скачиваний также упал. Есть, конечно, новые люди, которые недавно в игре Call of Duty Mobile будут играть, но все вот те старые мои приятели уже давно не играют в данную игру. Не знаю, что будет дальше. Отпишитесь мне, пожалуйста, как у вас с этим, есть ли интерес к данной игре, либо уже тоже держит либо клановые бои, либо вот турниры и так далее. Потому что я думаю, что ну как-то хочется чего-то вот нового. Вот хотя бы вот эти игрушки, которые я вот показывал в начале данного видео. Ну что ж, друзья, подведя итоги, я вам скажу, что на данный момент по королевской битве, естественно, превосходство в Call of Duty Mobile. Как там будет с Warzone, мы уже посмотрим в следующем году. В этом году, я думаю, такого обновления не будет. Ну а с вами был, как всегда, Пламбер. Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании. Всем крепкого здоровья. Пока-пока. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами детей. Нас просто меняют местами.
таков закон сансары. Круговорот людей, ой, мам. Жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами детей. Нас просто меняют местами, таков закон сам. Круговорот людей.